Вы только посмотрите, что творится на этом месте, где вчера пилили иву. Я вам показывала вчера. Всем привет! Уже не утро, уже день. Я отправляюсь в маленькое путешествие. Очень давно там не была. И хотелось посмотреть, что там вообще происходит. И иду на транспорт. Так что поехали со мной. Я иду на остановку, прохожу мимо нашей 34-й школы. И сегодня день города, и поэтому украшен город. Украшен город. Вот так. Ну что, мы приехали. У нас жара жуткая. Пила мороженое. В общем, мы в пеньках. Это город. Сейчас пойдем немножко дальше. Там есть карьер. Раньше как на нем купалась. Конечно, главное вспомнить и найти, где он находится. Ладно, пошли. Я иду по дорожке. Мне кажется, эта дорожка ведет к карьеру. Вот. На которую я хочу попасть. Хотела, точнее, попасть. Видела, но не попала, к сожалению. Вот в этих вот красных зданиях раньше были какие-то магазинчики. Посмотрите, что я нашла. Алыча. Это самоуправление Дума Пеньков. Смотрите, как все очень красиво все сделано. Вообще весь город обалденный просто. Наверное, дальше будет карьер, но я не пошла. Там спортплощадка. Кот. Посмотрите, какие дома красивые. И садик. Это садик. Обалдеть. Это дом. Посмотрите, какие клумбы сделали из пеньков. И ива. И дома опять. Все покрашены одинаково. В разные. Есть желто. Вы видели. Очень красиво. И даже для собак сделали урны, куда за ними убирать. Немножко тут монтаж подвел, простите. Вот опять эти урны. И я двигаюсь уже к школе. Вот такой вот городок. Всем советую сюда приехать. Приезжайте просто, чтобы посмотреть на другую реальность. Здесь действительно разные магазины есть. Школа. Знаю, что в этой школе бассейн есть. И мы сама приезжала сюда в бассейн с ребенком занятия. Очень красиво. Такая вот маленькая экскурсия у нас по городу. По очень красивому городу. На самом деле, вот это вот влог, он не передает всей той красоты, которая на самом деле есть в городе. Просто приехать сюда и погулять. Действительно, кайфово. А я иду. Вот тут аптека, почта. И там какая-то площадка. Здесь было кафе, но я туда не ходила. Посмотрите, какое чудо. Как виноград плетется. И я иду по полю. Дерево новое посажено. И хочу вам сейчас кое-что очень интересное показать. Тут флаги у нас. То, что это Бабите Новоц. Ну, округ Бабите. И это их флаги. Вот они. Сейчас подойдем цветы. Очень вообще просто потрясающе. И вот памятник. И церковь. Это лютеранская церковь. Посмотрите, на другой стороне яблоки не высажены. Очень красиво. Это дорога. По ней едет автобус. Когда вы едете в Пеньки из города Риги, едет 4-й автобус или с 32-й, а это церковь. Ну как же я без кофе? Решила себя побаловать и купить кофе. Вот в этой вот кибитке там самый вкусный кофе. А я иду на... Вот там вот остановка вдали, и мне нужно идти... Вот мимо такого вот поля
обалденно красивого на остановку. Здесь у нас какой-то оздоровительный центр, я так понимаю. В общем, вот так. Очень все красиво. И погода за день задался очень хороший. Ну что, я погуляла, купила себе самый вкусный кофе. У нас, наверное, все пока то, что я пробовала. И сейчас буду ждать автобус. И хочу проехать до Скулка. Погуляла я в пеньках где-то полтора часа. И не хочу долго, очень сильно жарко. Пруд не нашла, к сожалению. Точнее, карьер. Но просто погуляла. И так прикольно стало, что выбралась такое маленькое путешествие. Так что вот тут уже трасса. Я уже почти стою, жду автобус. Он через 20, через 15 минут будет где-то, что поедет в Скулку. Дальше там тоже есть что показать. И сегодня такой выходной. Так что все, поехали. Вот там вот у нас трасса. Это Юрмальская трасса. И остановка. Показываю вам, если можно присесть, их вот здесь тенек, что здесь уже солнце. Так что все. И вот там остались у нас пеньки. И я туда и поеду вон туда. Так что вот расписание. Остановка называется. Сейчас если вы увидите. Вот. Пагрезенцы с пеньким. Поворот на пеньки. Все. Буду ждать. Скулка. Приехала. Вот. Погулять немножко хочу. Вышла немножко позже. Перепутала остановки. Хотела выйти раньше, показать вам самолет. Вот так. И памятник самолету. Я уже здесь. Посмотрите, какой самолет красивый. Это Скулта, памятник. Сейчас подойду поближе его еще раз. Вот он какой громадина. Просто класс, класс, класс. Памятник прямо находится. Вот остановка. Обратный 43-й стадион. Тут еще вот жилые дома. В принципе, тут больше нечего такого найти. Вот. Поэтому я приехала заснять этот самолет и показать его вам. Вот. И, наверное, поеду на этом же автобусе в город погулять. И посмотреть пряжу для шапки. Потом нашпить. Просто буду пройтись, потому что есть интересно. Ну, а я иду в сторону Орега. Это у нас большой торговый центр. Там же еще есть станция, но я вам чуть попозже это все покажу. Такая тоже маленькая экскурсия по городу. Вот, светит солнышко. Посмотрите, какой луч красивый. Вот я перехожу тут дорогу. И вот так вот с одной стороны. Но мне нужно... Тут и иду.
Там вот здесь у нас улица Репнику. Такая вот небольшая. Тут у нас какое-то тоже здание. Прохожу мимо. Я иду к церкви, которая находится на улице Гоголя. И хочу вам ее показать. Вот она виднеется уже. Вот подхожу я уже ближе к ней. Вот такая вот церквушка. Сейчас я перейду на другую сторону и вам ее ближе покажу. Вот она. Я уже пришла на станцию. Вот тут электрички стоят. Я и зашла туда покушать и вышла. Вот я уже вышла из Орика. И хочу пойти в сам город погулять. А здесь у нас стройка. Здесь раньше был Орико-центр, Риме. Но сейчас все закрыли и строят что-то новое. Стройка, стройка, стройка. Здесь раньше стояли маршрутки. Можно было уехать на маршрутке. И дальше иду. И тут тоже стройка. Вот это само Орико и часы. И тут тоже. Там я хотела снять вам за витрины. Были очень красивые, винтажные такие тарелки и посуды, и девушки. Очень красиво. Казино. Еще какие-то магазины. Марлен. Кстати, оранжевый цвет, я так понимаю, в моде. Надо пойти срочно в магазин и что-то купить оранжевое себе. Беркс. Магазины. Посмотрите, какой автобус экскурсионный. И в Риге можно заказать экскурсию, проехаться на таком автобусе. Я иду в сторону Верманского парка. И зайдя в Верманский парк, посмотрите, какие красивые цветы я нашла. Трава. В Верман там играет музыка. Флаги рижские у нас. Я уже говорила, что у нас сегодня, суббота-воскресенье, праздник города. Поэтому здесь у нас в Верманском парке праздник. Такая вот красота. Всякие торгуют. Сахарная вата, какая красота, какая милота. И фонтан. В этом фонтане мальчик решил зайти искупаться. Тоже все хорошо сделано, подметено, убрано. Очень красиво. Розы. Розы, розы. Мне очень нравится такой цвет роз. Очень люблю. И здесь у нас домик для пчел и всяких таких насекомых. Посмотрите, тут тоже на выходе крендели, тоже какая-то ярмарка. Ну, я уже выхожу. И тут предупреждение, чтобы 2 метра дистанцию. Я уже нахожусь около кафедрального собора. Здесь тоже ярмарка, тоже гремит музыка. Но я уже сюда не пойду, потому что я уже от путешествия немножко подустала. Хочется домой уже. И вот сам кафедральный собор. Вот тут аллея. Тут около него красиво. Это наша гостиница. Сейчас я покажу вам кафедральный собор. Он большой. Весь он не получился запечатлиться в кадр. Вот он такой. Вот моя остановка. Сейчас дождусь автобуса и поеду домой. Ну что, такое путешествие у меня было. На этом хочу с вами попрощаться. Так что все. Всем пока.